столичный интернет-магазин в Мозыре попался на контрольной закупке дорогостоящего телефона. Аппарат продавали без чека и других сопроводительных документов, подтверждающих легальность приобретения техники. С аналогичными нарушениями оказались и другие товары, которые находились в автомобиле курьера – планшеты, мотоблок, посуда и прочее. Общая сумма изъятого – более 100 миллионов. Изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму более 45 миллионов белорусских рублей. Наложен арест также на выручку, полученную от реализации данного товара, в размере более 65 миллионов белорусских рублей. Также оперативники ОБЭП и налоговики задержали мозырянку, которая торговала в деревнях продуктами питания и спиртом сомнительного производства. Конфеты лежали рядом с рыбой, мясо соседствовало с чаем. Многочисленные санитарные нарушения. Ко всему прочему, значительная часть продукции была просрочена. Свою деятельность женщина нигде не регистрировала. Документов на продукцию у нее, соответственно, не было. 12 ноября по улице Портовая в городе Мозыре был остановлен автомобиль под управлением неработающей жительницы города Мозыре, которая в нарушении действующего законодательства без сопроводительных документов перевозила продукты питания и этиловый спирт с целью последующей их реализации в Калинковичском районе. В отношении женщин составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность и незаконное перемещение и хранение этилового спирта. По результатам проверки продукты и спирт изъяты. Также наложен арест и на микроавтобус стоимостью более 90 миллионов рублей. Дальнейшую судьбу транспортного средства и товаров будет решать суд. Помимо конфискации, нелегальному продавцу грозят внушительные штрафы. Их общая сумма может составить до 36 миллионов рублей. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».